Серег, вылезай, сам выведу. Это полковник Захаров. Мне сообщили, что меня разыскивает некто Черяга. Это я. Мне необходимо с вами встретиться. Когда? В любое время, хоть ночью. Это насчет вертолетного завода? Да, это связано с последними событиями в Ахтарске. Я вам позвоню позже. Я буду ждать. Можно возьму? Бери. Бери. А с чего началось? Вошло у него в привычку появляться в 12 часов. Я ему где был? Он на работе. А сам весь помадой провонялся. Потом начал играть. Приезжал в часа 3-4 ночи, пьяный, на машине от казино. Знаешь, они там своих клиентов развозят бесплатно, для того, чтобы те не стеснялись тратить все деньги на копеечки. Он много проигрывал. Ты думаешь, я видела его деньги? Я ему: Коля, сколько у тебя в месяц выходит? А он мне: Эля, достает пачку долларов и говорит: на, хватит. Эля. Он в одном казино играл? Или в разных? Ну, машина, которая его привозила, на ней, вот на гребешке, было написано «Серенада». «Серенада». Ты уверена? «Серенада», «Серенада». Это бандитское казино. Что, не знала? А мне по барабану. Это же мой муж там играл, а не я. Слушай. А что это ты меня допрашиваешь? Я тебе что, секретарша? Черяга поехал в казино. Я тут друга потерял. Ну? Его Колей зовут. Точно. Он почти каждый день сюда ходит. Много играет? Много. 3 дня назад 18 тысяч выиграл. 3 дня назад? А один был? Может, кто-нибудь вокруг него вертелся? Да нет. А на чем он уехал? За безопасность наших гостей я отвечаю. 3 дня назад человек исчез с большим выигрышем. Его никто не видел с тех пор. Они что, псы оборзели? Да если слух пойдет, что охрана казино потрошит удачливого гостя, то нахрен такое казино пойдет? Я прав? Хотите сыграть? Да нет, как-нибудь в другой раз. Дела. Надо больше развлекаться, Денис Федорович. Не удивляйтесь, я хорошо осведомлен о всех сотрудниках Ахтарского металлургического комбината. Всего доброго, Виктор Матвеевич. Ее Томка зовут, Заславский, ей хату сниму. Это ее адрес? Все. Поедешь за ним. К Томке. Ладно.
Заславский, Коля Николаша. Я думаю, хватит нам с ним в прятки играть. Ты сам как считаешь? Казино «Серенада». Собственность вора в законе Виктора Ковалева, он же Коваль. Кстати, негласный хозяин всех здешних заведений от улицы Мосфильмовской до Варшавского шоссе. Вступил в права правления 1,5 года назад, после смерти своего двоюродного брата, тоже вора в законе. Там темная история. Я думаю, сам его завалил. Подожди. Это Захаров. Ресторан «Звездочка», 1:00 ночи. Придете один. Хорошо. Я согласен. У меня сегодня ночью важная встреча. Ну, что скажешь? Ну, что тут говорить? Если бизнесмен начинает общаться с ворами в законе, то рано или поздно у него случаются неприятности. Ну и сука же ты. Коля Заславский. Коля натворил что-то, да? Почему так думаешь? А у него денег было больше, чем надо. У нас хорошо зарабатывает. Я знаю, кто зарабатывает, а кто ворует. Кто зарабатывает, так не играет. Безгадливая. Да, профессия обязает. Я же в казино работаю. Клиентов раскручиваю. Ты колешься? Нет. А Коля? Тоже Коля, нет. Коля, откуда у него колеса? В казино брал? В казино брал? Ой, не могу. Ой, скрутил. Ой. Ты тут посиди. Кофе попей. Я сейчас. Ой, не могу. Что это с ней? Понос. Хорошо, что в туалете нет жучков. Не знаю. Коля был у меня в тот день. Как? Он звонил кому-то. Какому-то важному человеку. Они должны были встретиться. Он сказал, что об этом его просил Чиряга. Он тебе все рассказывал? Конечно. Я же люблю его. У него 2 часа оставалось до встречи. Мы с ним в койку завалились. Так хорошо было, не поверишь. Как последний раз. Ты понимаешь, да? Понимаешь? Через 1/2 часа Шурка пришел. О чем мне говорили, я не слышала. Но Коля бледный стал, как неживой. И поцеловал сладко-сладко. Какой Шурка? Лось. Лось? Лось? Ты уверена? Лось Серенаде долги выбивает. Так. Коля сначала немного играл, а потом 20 тысяч проиграл. У него не было таких денег. И к нему пришел лось. У Коли появилось много денег. Очень много. Ты ведь поможешь ему, да? Пойдем, а то они все поймут. О, теперь лучше стало. Ты не соскучился, а? О, ты любишь эротику? Класс, правда? Перемотай назад, мне эта сценка ужас как нравится. Ждем гостей.
Пойди открой. Да не вой! Жив твой Колька. А это? Это его галстук. Я сама ему повязывала. Он никогда не умел галстуки повязывать. Хочешь увидеть Кольку живым, принесешь 200 штук. 200 штук? Откуда мне 200 штук? Они с ума сошли. Заславский проиграл в казино 200 тысяч! Да, да, да! 200 тысяч! Черяга. Слушаю вас, Денис Федорович. Заславский и Лось делали гешефт на наших деньгах. Потом Заславский Лосю надоел. Лось сунул его в мешок и сам помер. А теперь кто-то требует с нас выкуп 200 тысяч. Каждый в этой жизни зарабатывает как может, как умеет. Если кто-то за Заславского получит, это его дело. А если ты Заславского на халяву выдернешь, значит, ты лучше будешь. Прикажи отдать Заславского! Ты чего несешь? Ты кому это говоришь? Я урка, а не черт, закатай в лату. А я тебе кое-что еще скажу. Лучше, если вы отдадите Заславского по-хорошему. У нас есть все доказательства, что это вы убили Сенчакова. Тебе это надо, Коваль. Ты меня, мусор, на понт не бери. Сам заварил, сам и расхлебывай. Я назначил вам встречу ночью. Вас это не напрягает? Мне бессонница. Мне нравится ресторан. Мы с вами как два шпиона. Зачем вы меня искали? Кто убил Сенчакова? Отставной генерал занимается контрабандой оружия. Его интересует Конгресс вертолетный завод? Его интересует все, где можно воровать. Этот человек просто так завод не отдаст. Это почему? На этот завод поступают живые деньги от американцев на разделку ракет. А деньги ему очень нужны. Он их кладет в свой карман? И свой тоже. Сокольский заказал Сенчакова. Сенчакова убил московский киллер Лось. Лося убрал Коваль, вор в законе. Своего же убрал. Сокольский тесно связан с бандитами? Связан. Но это трудно доказать. Трудно, но возможно. Почему его не посадят? Такой всемогущий. Вы такой наивный, Черяга. Как же там посадят человека, который приносит туда деньги? Значит, это не компромат? Нет. Что тогда компромат? Говорят. Только говорят, что Сокольский продал экспериментальные вертолеты странам третьего мира за 10 миллионов долларов. Ну и что? Я знаю, куда пришли деньги. Куда? В банк Ивека. У него там счет.
Вон как. Банк Ивека. Мне очень нужна информация о Сокольском. Вы можете мне ее дать? Могу. Я должен выкупить документы. Почему вы это делаете? Я его ненавижу. Довольны? Вполне. Тему закрыли? Дайте поужинать. Давайте. Извините. Это я. Да. Позвонили насчет Засласко, требуют выкупа. Что? Срочно приезжай. Надо ехать. Ну что, встали? По домам всем. Денис Федорович. Да. Мне звонили по поводу Коли Засласского. 200 тысяч требовали? Да. Условия не сообщили, я сказал, что вы будете разговаривать. Эй, ты, козел, нам нужно 200 тысяч. Не в то окошечко, ребята. У нас по этим делам заведует заместитель генерального Денис Федорович Черепа. А что я им должен был сказать? Я не уполномочен в этих вопросах с ними разговаривать. Писал? Нет. Дай мобильник. Свободен. Так я свободен, Соня привет. Подключи мобильник. Не Клесова, к своему телефону, мой тоже. На телефонной станции уже сидят люди, они проследят звонок. Хорошо. Будем ждать звонка. Ну, давай, Юр, подумаем. Засласский проиграл в казино 200 тысяч. Играет крупно. Откуда деньги? Пошел на Кидалова. А кого мог кинуть? Коля. Ну, с трех раз, догадайся. Только наш комбинат. Он стал у нас воровать. В какой-то момент... Коля отказывается работать на лося. Лось? Лось, Юра, лось. Он самый. Лось решает, что с терпилой взять больше нечего. Крадет Засласского. Ну, вроде все сходится. Все да не все. Зачем лося убивать? Я слушаю. Ты что ли, Денис Федорович? Я. Этот козел кинул нас на 200 тысяч. За вами должок. Да делай с ним что хочешь, он мне не нужен. Денис, ты что? Ты хорошо подумал, прежде чем отказаться от человека, как от мусора? Думай, черяга. Хорошо думай. Засекли? Мобильный Заславский. Приблизительно район Садово-Кудринск. Надо потянуть с выкупом. Лось шестерка в чьей-то игре. Между прочим, это не ты решаешь, будем мы платить за Колю или нет. Это Извольский решает. Спасибо, что напомнил, Юра.
Господа, это первый займ после кризиса, который мы предоставляем России. Нам очень приятно иметь дело с таким западным пониманием бизнеса на сибирских заводах. Мы построили этот стан за 4 месяца. Слав, я тут посмотрел, вот этого нам не надо, это нам сделать на Уралмаше. Наша проблема будет только добиться равномерности покрытия. Так, подождите, ребята, раз пошла такая пьянка. Слава, скажи мне, а что у нас с вертолетным заводом? А что здесь с вертолетом? Все решено. Чиряга им занимается. Так подожди, мы его берем или мы его не берем? Уже взяли, через пару дней он наш. С этого завода надо уволить примерно треть. А ты в курсе, что там со времен перестройки не было сокращений? Значит, будут. Детские сады, санатории, подсобное хозяйство, баланс снять. Ты не боишься, что скажут, что Пресничкове там народ как сыр в масле катался? А пришел из Вольский и всем показал Кузькину мать. И правильно скажут. А я не благодетель, черт возьми. Я не могу спасти весь мир. У меня две руки, я этими руками построил свой собственный плот. Только теперь на этот плот бандиты лезут. Пальцы загибают. Мол, бобер в натуре, иди-ка с нашего плота, он наш теперь. Чиновник бумажкой машет. Я законно избранный губернатор на этот плот. А Москва уже посылает законы. Ты что ж, сволочь, ребеночка на плот не взял. Женщина за него хваталась, а ты ей по голове веслом. Только вот те, кто орут об этом... Те весь корабль потопили, а у меня свой плот небольшой, на 100 человек. Рядом 1000 будет тонуть, но если я 2-3 лишних возьму на свой плот, все 100 пойдут ко дну. Слава, подожди, может, мы все-таки этих лишних 3 человека спасем? А как? У этого завода ни рубля дохода. Что это? Не сварение баланса, пусть сначала денежку заработают, а потом душ Шарко в санатории принимает. Вот такая я, ребят, капиталистическая акула. Все, указания получили, работайте. Есть новости о Заславском? Не знаю, Чиряга ищет. Мы пойдем? Идите, идите. Спасибо. Давай ключи, я сам поведу. Вячеслав Аркадьевич. Быстрее, поехали. Соберешь лавы и передашь их Соске. Через 5 часов соберешь. Вы богатые. А дальше мы будем иметь дело с Томкой. Коля интересные вещи рассказывает про ваш комбинат. Денис, это же разводка. И Томка в этом деле участвует. Ты что, не видишь, они разводят тебя, как лоха. И генералы твои ни при чем. Ну ты представь себе, заявилась бы к нам сюда какая-то девка с бандитского казино и предъявила такую маляву. Да мы бы ее тут же замели. Вот кто такая Томка. Томка здесь ни при чем. Ты ручаешься?
Вылезай, урод. Ну что сидишь? Ты цела? Денис? Да. Извольский прилетел в Москву, попал в аварию, но с ним все нормально. Ты чего? Вот сидим, Юра, с тобой и думаем, чего нам не хватает для полного счастья? Что случилось? Извольский прилетел. Ну? И побился. Шестерка, это она на главную дорогу выскочила. Спокойно. Барышня, выходите. Права. Денисова Ирина Григорьевна. Ну что ж, Ирина Григорьевна, пройдемте. Минуточку. Ирина Григорьевна, у вас ко мне какие-нибудь претензии есть? Нет. И у меня никаких претензий нет. Значит, стороны от оформления ДТП отказываются? Нет. Минуточку, гражданин. Если вы сейчас будете разбираться бандитским порядком, то... Спокойно. Извините, Вячеслав Аркадьевич. Ну что, живой, слава богу. Разбиться в дым. Чего дрожишь-то? Знобит. Ты в порядке? Я в порядке. Вы куда ехали? Калужская 60. На дачу бабушки. Миш! Отвезешь девушку, куда скажет. Поговорить надо. Есть один человек. У него компромат на Сокольского. Его фирма наезжала на Сенчакова. Вероятно, Сокольский заказал Сенчакова. Старик стал опасен, когда кинулся к тебе. Кстати, свои счета Сокольский держит в банке и века. Сколько этого человек просит? Полмиллиона. Дай. Что еще? За Коля Заславского 200 тысяч требует. Кто? Ведь Лося уже нет. Вероятно, те, кто его убрал. Колька путался с бандитами, кинул комбинат. Похоже. Заславского найти. 200 тысяч? Это выкуп, ты что, не понял? Не платить ни копейки. Заславского завалит. Твое последнее слово? Я отморозком закидал, платить не буду. И вот что, что. Ты на Ирину так не смотри. Как? Сам знаешь, как. Она моя жена, понял? Знаете что? Давайте я его сам к бабушке на дачу отвезу. Саша, пейте чай. Нет, бабушка, это не Саша. Это просто случайный знакомый. Ну, пейте, пейте. Я очень рада, что у Ирочки наконец появился солидный мужчина. Она у нас умница. Она зарабатывает хорошо. А в прошлом месяце она получила грант $1000. Это докторская колбаса? Да. Удивительно. Советский Союз умер, а докторская колбаса живет. Большое спасибо. Очень вкусно. Даже спать хочется. Привет, Володь. Здравствуй, Юра. Как Люся?
Быстрей, быстрей! Жена твоя как? Обижается на тебя. Говорит, ты редко приезжаешь к нам в Ахтарск. Ну ничего, скоро прилечу. А как узнали, что Заславского держат на даче Лося? Мы бычка долго Лапчевского взяли. Говорит, что 3 дня назад сюда Заславского привезли. А наш областной прокурор санкционировал эту операцию. Я так понимаю? Правильно понимаешь. В Конституции Российской Федерации нигде не сказано, что сотрудники МВД одного региона не могут проводить операции на территории другого региона. Федеральная Россия пока едина в ООО, на княжество не разбита. Как действуем? Начали. Денис, взгляни на это. Я думаю, тебе будет интересно. Это мобильный Коли Заславского. А самого Коли здесь не было. Месть стальных королей. А вот оружие ваше, свинец. Все правильно. Разворовали страну, отхватили крупнейший завод в стране за 40 тысяч долларов. Бред какой-то. За такие деньги приличный мерс не купишь. А ведь это можно оспорить в суде, Денис Федорович. Как мошеннический сговор. Это что такое? Документы. Кто как продал вертолеты в страны третьего мира. Все страны перечислены. Счета. Через офшор Швейцарию. Копии. Если будешь вякать, вот эта папочка попадет на страницы центральной газеты. Это зажигалка. Ради бога, простите, что не мог вас сразу принять столько дел. Чай, кофе? Нет, спасибо. Я тут у вас уже напился воды под завязку. Господин Серов, я вот по какому делу.
Слушаю вас. У нас с вами есть общий враг из войски. Кто вам сказал, что мы враждуем с Извольским? Ну как же? Это всем известно. Вы ошибаетесь. Наш банк с Извольским не враждует. Так что вы хотели мне сказать? Ничего. До свидания. Товарищ генерал, ну, может быть, у вас какие-то претензии к ведению ваших счетов? Нет у меня никаких претензий. Всего доброго, товарищ генерал. Да, видно, крепко прижали генерала. Кеша! Его нам сам Бог послал. Если теперь что неправильно пойдет, мы на Сокольского все испишем. Да, это верно. Только слишком уж прыткий начальник безопасности у Извольского, Геночка. Кто, Черяга? Ну, шустрый малый. Черяга. Что за история про 200 тысяч? А я-то тут при каких делах? При каких делах? Ты сорвал нам оперативную комбинацию. Не понял. Что здесь неясного-то? Что непонятного? Ты снял с этого дела 2 миллиона. Какие еще 200 штук? Коваль, совесть есть? А сколько ты в свой карман слил за оперативную комбинацию? Я думаю, тебе не очень понравится, если базар пойдет, что руководитель службы безопасности банка века крысятничает. Все сказал. Ты за метлой следи, Иннокентий. Это в законе, а ты кто? В законе раньше нужно было думать, Виктор Матвеевич. А 2 миллиона нужно отработать. Сделаешь одно дело. Тахтарский комбинат, акционерное общество или государство такое? А Черяга, кто он такой? Он что себе позволяет? Что, проследить? Сделай-ка ты вот что. Стрелу Ахтарским забей. Не дело, что они на чужие дачи без приглашения врываются. А если бы дом Лося в Швейцарии стоял, они и туда бы полезли. На стрелку приедет Черяга, замыхни. Прихватишь за базар и отработаешь, понял? Я про стрелку понял, а кого валить-то? Повторяю, будет стрелка. На стрелку приедет Черяга, там он и останется. Че, Черягу валить? Ну? Кольки Заславского там не было. Оставили два трупа. Я что-то не понимаю, Денис. Слав, я сам что-то не понимаю. Кому нужен был этот маскарад? Ты хоть понимаешь, в каком ты дерьме, а? Черяга. Денис, включи телевизор. Дай. Меня заставили участвовать в нелегальных финансовых схемах Ахтарского металлургического комбината. На мою просьбу прекратить воровать деньги хозяин комбината Вячеслав Извольский ответил отказом. Опасаясь преследования со стороны системы безопасности комбината, я вынужден скрываться. Сегодня утром эта видеозапись, снятая любительской камерой, была передана нашему каналу неизвестным человеком. Вчера в Подмосковье был найден труп Николая Заславского, директора одного из дочерних предприятий Ахтарского металлургического комбината.
правоохранительных органов связывают это убийство с беспрецедентной историей, когда спецподразделение, входящее в состав силовых структур Ахтарска, штурмом взяло дачу бизнесмена Александра Лосева. Мы рассматриваем действия Ахтарского СОБРа как не имеющие аналогов нарушения субординации. Должна быть защита от беспредела. Не может сибирское подразделение врываться в дом к мирным гражданам. Мужики, в чем дело? Отпустите его. Твой водитель мое место занял. Очень приятно. А я Дмитрий Неклясов. Возглавляю московское представительство Ахтарского металлургического комбината. И что? Так это вы на дачу Шуры Лосева наехали? Нет, не я. Я не главный. Тогда пусть твой главный приезжает сегодня на Крымскую. К 5. Не забудь, ладно? Юра, я не понимаю, что происходит. Я ни черта не понимаю. Ну что происходит? Дмитрий Никитич, вам звонят из приемной министерства. Я занят. Ты понимаешь, если они убили Колю, то они пойдут дальше. Ну что ты молчишь? Я у тебя спрашиваю. Что делать? Что делать? Жить дальше. Я что, тебе непонятно объяснил? Они забили стрелку, они наехали. Я поеду на стрелку. Ты? Вместе с Черягой. Где стакан? Вон. Черега, поедь на стрелку. Настя, слушай меня. Сейчас поедешь домой, я скажу всем, что ты оплакиваешь своего друга, Колю Заславского. Плачь на здоровье, Дима. Паша! Отвези Дмитрия Никитича домой. Светловолосый. Прыткий такой. Угу. Я его похлопаю по плечу. Раньше нас не стреляй. Угу. Ты понял? Сначала стреляем мы, потом ты. Угу. План обувь, я пошел.